очаровательные мои друзья. Ну, как бы что? Я включил 4G, LTE, сейчас должно быть все побыстрее. И я уже почти приехал на работу. Тем не менее, успеем поболтать. Итак, любимые, очаровательные, скажите мне, кто уже видел трейлер «Отряда самоубийц»? Это же удивительно хорошо, это же просто изумительно. Аллах бабах, что это за фразы такие у меня тут? Передай привет Тюмени Оксане, привет, не смотрел «Мажора»? Нет, не смотрел, ты снимался «Женщина против мужчин», да, было дело, жена видела сериал «Остров», как она могла видеть, ну, кое-что видела, конечно. Привет Рязань, привет Лейпциг, ничего себе, брат видел, Денисочка, Дениска, я могу писать, окей, вот это радость. Выспался слегка, почему камера туда-сюда, потому что она на руле. Привет из НКНХ, Нижнекамск. Нет, не понимаю. Милый Зая, спасибо. ЖПМ ржал в голосину на любителя. Гоф Хэсэ. Я уже с утра поиграл, выполнил в лингвистике игры Hearthstone. У меня колода чернокнижника построена на том, что ни одна карта 4G лучше. Я сейчас на мегафоне, у меня 4G. Как видно, ничем не лучше. Посоветуй, пожалуйста, комедийный зарубежный сериал «Офис», «Парки» и «Зона отдыха». Задержка в развитии. Мой любимый — это задержка в развитии. А еще очень смешной, всего 6 серий, роковые ошибки Тодда Маргарета. Я прям очень хохотал. Дэн, приезжай в Дойчланд. С удовольствием, зовите. Мы с тобой на корпоративе вместе работали. Очень рад, привет. На каком острове снимался фильм «Маэ»? Сейшелы, основной, главный их остров. Самая любимая машина? Да, я думаю, «Инфинити». Чего мне? Да зачем мне любить другую? Передай привет Люсечке. Привет, какой симпатяшка. Ой, да ладно. Как Настя Самбурская? Откуда я знаю? Качается. Пусть качается. Или мой Wi-Fi не грузит? Да нет, это у меня проблема, скорее всего. Перезайди сам, уже перезашел. Когда легенду возьмешь в Hearthstone? Видимо, никогда, учитывая, как у меня все хреново там получается. Машина застрахована, ну а как же без этого? Как на фронте личном? А как у меня может быть на личном фронте, если я женат? Все ужасно хорошо. Связь подводит, жаль. Ты завис с открытым ртом, наслаждайтесь. У него связь лагает, жаль, к сожалению, да. Хотя я в центре Москвы, у меня включен LTE, и я не знаю, в чем проблема. Если что, страхую, супер. Скажи привет, Эльвина. Привет, Эльвина. А скажите мне, кстати, барышня, которая страхует, сколько сейчас будет стоить страховочка на Infiniti QX70? У Самбурской сумасшедший инстаграм на любителя. Расскажи про Германа. Это прекрасный персонаж, он вам понравится. У меня на чердаке вторую ночь что-то ходит. Скорее всего, скоро вам хана. Ну, во всяком случае, я смотрел фильм ужасов, и если у вас что-то ходит на чердаке, попрощайтесь с родственниками. 50 тысяч ОСАГО. ОСАГО 50 тысяч? Да вы охерели, что ли, совсем там... Ну, в смысле, не вы конкретно, а кто эти тарифы придумывает. 50 тысяч ОСАГО? Нет, я имел в виду каска. Почему у тебя про Самбурскую спрашивают? Не знаю, видимо, потому что я с ней знаком. Здорово, Дэн, привет, привет из Челнов. Привет, Челны. Он шутит, кто? 50 тысяч, ну, я надеюсь. Качка 150. Ну, 150 это хотя бы не 250, как мне предлагали. Скажи привет казашке. Привет казашке. Где был помимо Испании? Да... Я много где был, но хотя не так уж и много на самом деле. В Америке до сих пор не было, очень бы хотелось. Нужно уточнить данные по авто, не слушай никого. Приблизительно, скажите мне приблизительно. В любом случае, машина QX70, она QX70. Что с ней может случиться? Стаж у меня большой, машина новая.